получилось! Мы загнали чудище в кратер! Это наш шанс! Скорее, прыгай! Дружище, как я рад тебя видеть. Знаешь, я всегда верил, что ты придешь, Линк. Хочешь отобрать Руданию у Ганнона, ведь так? Тогда для начала раздобудь карту чудища. С ней попроще будет. Карту ты получишь вот на этом терминале. Вперед, дружище! Удивительно. Удивительно, что мы с тобой не сгорели. Параплан у нас не загорелся. Мы, короче, как-то спустились. Мы в кратере вулкана. Я в шоке, если честно. Как я здесь еще не расплавился? Значит, так задумано, так суждено нам. Пойдем внутрь, будем... Фига себе, какая темень, блин. Что-то как-то жутковато. Твою ж налево. Глаза и два факела. Как насчет подстрелить хотя бы парочку глаз? Шикарно, у меня всего одна стрела. Я вообще не подготовленный сюда прилетел. Блин, какого лешего ты прыгнул в кратер сразу? Один готов. А того придется огненной стрелой поджарить. Красава. Сперва выпал сундучок. Давай посмотрим, что там. Драконье бокопальца. Ну, такое себе оружие, пускай полежит тут. Там вон тоже сундучок, оказывается, был под глазом. Тут что у нас? Факел! То, что нужно! Сейчас придется что-нибудь выкинуть в сумок, потому что я ни черта здесь не вижу. Выкину, короче, молот. Плюс факел этот необычный. Я могу этот факел кинуть очень далеко. Так, значит, факел вроде бы я взял. Осталось только поджечь его. Я думаю, что вот этот вот огонек мне поможет. Шикарно. Но все равно ни черта не видно. Темнота кромешная. Мне бы здесь куда-нибудь в ловушку не угодить. Ну тут же должны где-то быть факелы. О, отлично. Ага. Ой, нет, я пока туда не хочу идти. Там слишком темно. С этой стороны есть проходик? Кажется, есть. И тут мы видим вот такую вот штуку. Сюда нужно сферу закатить. Кстати, внутри чудища, если посмотреть на градусник, приемлемо не жарко. Можно находиться. Вон там еще один глаз. Давай его подстрелим. Хлыбыч хотел сказать, нифига. Так, что-то упало. А, сундук упал. Ледяная стрела. Отлично. Стрелы мне сейчас как никогда нужны. Так, похоже, что в этой комнате все. Придется идти драться с тем роботом. Эй, Чунгачкух. У нас есть щит. Это хорошо. Попробуем сейчас. Вот так вот. Шикарно. Я щитом отразил его атаку, он себя бомбанул. Что мы здесь имеем? Есть здесь возможность зажечь факел? Да, здесь нету. Кстати, как насчет включить магнезис? А, он даже ничего не подсвечивает. А насчет стазиса? Тоже ничего. Ладненько. Вот так вот. Еще один сундучок раскрыли. Рыцарский лук с очень повышенной прочностью. Надо его забрать. Мне бы здесь пригодился фосфолитовый костюм. Он наверняка светится. Кстати, насчет фосфолитового костюма. Давай попробуем снять наш огненный костюм. Посмотрим, что с нами произойдет. А нам пофиг. Мы можем здесь хоть голожопой бегать. Шикарно. Взял в руки фосфолит. И в принципе он так неплохо светится.
Короче, я решил отсюда выбраться, потому что вообще ни черта не видно. С этим факелом тоже нифига не видно. И телепортнуться в город Геруда. Если это возможно, конечно. О, можно переместиться, шикарно. Заходим в тайный магазинчик, где продают этот фосфолитовый костюм. Надеюсь, что я поторгую сейчас с этой дамой-мадамой. Итак, продавать придется очень много, потому что денег у меня вообще ни шиша нету. Есть, кстати, звезда. 300 рупий за нее хотят, маловато будет. Продаем, короче, янтарь. Опал также продаем. Значит, маска 800 рупий, покупаем. Идет. Все, продал всякие запчасти от моблинов. Там зубы, кишки, их потроха. И теперь есть возможность прикупить себе костюмчик. Каждая, короче, вещь стоит 3 фосфолита. То есть в общей сложности 9 фосфолита я за весь костюм отдал. Наконец-то у нас теперь есть этот фосфолитовый костюм. Надеюсь, что нам поможет. Давай наденем его. Вот как-то так я выгляжу. О, проявился скелетик. Надеюсь, что нам это поможет. Ой, я горю. Фух. Как только я загорелся и увидел, что у меня всего 2 сердца осталось, я сразу же свалил в деревню Кокорика. Потому что у меня нет ни одной еды нормальной. В Кокорика мы сейчас с тобой приготовим какие-нибудь интересные блюда, которые нам должны помочь. Ну вот, наготовил приличный так блюд. Вон сколько. Блюдо, повышающее атаку, восполняющее выносливость, повышающую защиту. Короче, очень много блюд, и все достаточно такие питательные. Я думаю, что нам это поможет. А теперь нам нужно пойти и хорошенько выспаться. Здрасте. Поспать есть место? Берем мягкую кровать, дорогущую, и спим до утра. Чё-то я не понял. О! Отлично! За мягкую кровать нам еще плюс 1 сердечко добавилось. Шикар. Я думал, что мне вообще ничего не дадут. Сразу же переодеваемся. Потому что мы находимся внутри кратера. Нам бы тут не угореть. О! Двери в этот раз открыты. Ну и здорово. Одеваем наш мексиканский костюмчик. И надеюсь, что с ним будет посветлее, но... Что-то как-то я сомневаюсь. По крайней мере, я вижу себя. Это уже неплохо. Достаем факел. Без него нам никуда. Весь светящийся. А толку ушибка-то и никакого. Что у нас тут? Надеюсь, это центральная консоль. Давай активируем. Отлично. Это центральный модуль был. Теперь мы можем управлять чудищем. Отлично. Ты получил карту чудища. Хорошенько ее изучи. Там на ней контрольные модули обозначены. Ты должен их все включить. Без этого Руданию нам никак не вернуть. Удачи тебе, друг. Ну, спасибо, Кэп. О, чудо! Да будет свет. Зря купил фосфолитовый костюм. Да уж, столько бабла потратил. Это, как говорится, выкинул деньги на ветер. Ладненько, поскольку теперь свет у нас есть, давай смотреть, что тут делать нужно. У нас здесь есть небольшие дверки. Вот, например, вот эти. Я знаю, как их открыть. Нужно зажечь вон тот факел, но, блин, не этим огнем. Нужен вот этот вот огонь. Есть. Опа! Шикарно. Я даже сейчас стрелу успею Нет, она сгорела. Что у нас тут? Кроме вот этих вот горящих камней здесь ничего нет. Я думаю, нам поможет магнезис. Нет, магнезис не поможет. Как насчет стазиса? Стазис тоже не выручит. Хм. Ну тогда тут нужен костюм. Но я думаю, все равно я с этим костюмом подпалюсь тут. В общем, оставим это на потом. Давай разберемся, где нам достать огромную сферу, чтобы затолкать ее вот сюда.
Я думаю, что она спрятана вот за этими дверями. Эти двери нужно поджечь. Огненные стрелы, благо, у нас есть. Так. Ух, какое пекло. Отлично, двери мы открыли. Ну, как бы почти открыли. Я думал, такой подойду сейчас, ручкой все это открою, а нифига. Нужно воспользоваться магнезисом. О, контрольный модуль. Шикарно. Еще 4 контрольных модуля. Молодчина. Так держать, друг. Красавчик. Вот этот чел, он вообще самый нормальный. Тут даже никто не говорил, что я верю в тебя, Линк, ты справишься. Просто кинули в кратер славы и все, давай действуй. Нормальные ребята вообще. В общем, все, здесь мы совсем разобрались. Надо подвигать нашу руданию. Двигать мы можем в двух направлениях. Это сбоку и сверху. Ну, давай попробуем. Сверху никак, сбоку возможно. Ой-ой-ой, поворачиваемся, поворачиваемся. А, черт! Ох. Где мне теперь сферу раздобыть? О! Сфера открывает контрольный модуль. Только осталось ее где-то найти. Вот что я нашел. Тут сверху доски, которые можно поджечь. И мы это сейчас сделаем. Посмотрим, куда откроется путь. О! Ящик. Так на чё... Берем, значит, этот огроменный ящик и делаем вот так вот, наверное, да? А как я наверх заберусь? Да, вопрос. Хорошо, давай тогда попробуем развернуть руданию. Может быть, это нам как-то поможет? Оп-о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 п. Ай, как это? Нехорошо. Да, это должно нам помочь. Только... придавило. Черт. Давай-ка попробуем теперь пройти. Во, шикарно. Ну, а теперь снова нужно развернуть руданию. Осталось 3 контрольных модуля. Вперед к следующему. Ну, вперед. Хочу вылезти наверх, на поверхность. Надо переодеться, правда. И залезть на саму руданию сверху. Посмотрю, получится у меня это или нет. Блин, факел загорелся. Как мы здесь можем полазить по ней? В принципе, вообще без проблем. Лазить не хочу. И да, рудание, походу, поворачивается прям в лаве. Она, можно сказать, купается в ней. Что мы здесь имеем? Пару отверстий сверху. Сердце рудании. И где-то сверху я как раз брожу под... модулем. Где-то сверху есть модуль. Надо взобраться на ее гребень. Вот на этот вот. И там будет контрольный... вон он. Вон контрольный модуль. Погнали, значит, наверх. Блин, а тут-то я не могу. Тут я не могу. А, так нам нужно ее перевернуть. О! Нужен факел. И что нам этот факел даст? Там откроется шарик, и он куда-то сможет укатиться. Главное... ой, блин. Не-не-не, стой. Я сейчас в лаву нафиг упаду. Фух. Капец. Вовремя я спохватился. Надо, короче, с этой стороны стоять. Вот так, да. И теперь мы спокойно можем по этому гребню пробежать. Там вот где-то глаз я видел. Эй, глазик. Как бы мне в тебя подстрелить-то? Ну-ка. Не, не получается так просто. Не попаду. Как насчет бомбочки? Есть контакт. Отлично. Пойдем сейчас откроем с тобой сундучок, посмотрим, что там у нас.
А здесь всего-навсего древнее ядро. Итак, мы находимся на том самом гребне, где есть контрольный модуль. А он именно вон там. Защищен глазом Ганнона. Все, что нам осталось, это просто развернуть теперь нашу рудань. И встать вот сюда. Ух, блин, как она там по лаве-то шастает. Где глаз? Я глаз не вижу. А вон он глаз. Глаз, вон он. Сейчас мы его подстрелим. На. Если бы я его еще подстрелил спокойно. Капец. Пошел вон. Глаз, ты совсем обурел? Давай подрывайся. Есть контакт. Осталось всего два контрольных модуля. Победа близка. Да, я тоже так думаю, что близко. Последние два контрольных модуля находятся с левой стороны, где-то здесь. Осталось их всего лишь найти. Один я уже вижу, вон он. Чтобы до него добраться, нужно будет перевернуть руданию. Сейчас попробуем сесть сюда. А так. Прям на камень. А, на камень не получится упасть. Черт, подери. Ревали, подсади-ка. Разворачиваем нашего руданию. И пытаемся грамотно залететь. Опачки, залетели. Остался один контрольный модуль. Всего один. На самом деле, рудание здесь вообще лайтовое. Все эти модули очень легко доступны. Не нужно заморачиваться даже. Осталось только как-то поджечь факел. Поскольку мы выяснили, что палка от факела сама не загорается. И она не израсходуется никаким образом. Можно, значит, сделать вот так вот. И просто вылезти на поверхность. Смертельный номер. Главное не упасть здесь. Не подскользнуться. Есть! Факел донесли. Теперь осталось грамотно сверку. О-о-о. Блин, факел сгорелся. Теперь сверка у нас упала вот сюда. Теперь она должна прокатиться вот по этой шахте. Сейчас посмотрим, куда она будет катиться. Как раз вот в этот сферический паз, куда нам нужно. Что ж, давай разворачивать тогда руданию. Так. Сфера должна катиться сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, упал. Не вижу, сфера катится или нет. Да, сфера закатилась. Вон она. Все, что нам теперь нужно, это открыть ей проходик. Так. И по идее, она уже там должна торчать. Ну-ка, 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 давай, вываливайся. Черт, эти... Есть! Упала сферка. И попала... А, нет, не попала. Нужно подорвать мою бомбочку. А куда сфера улетела? Все, сфера встала в паз. Последний контрольный модуль открылся. Сейчас мы его активируем. Вот, красотища, ты молодец. Все контрольные модули включены. Можно запускать главный контроллер. Он отмечен на карте. Топай туда. И будь осторожен, дружище. Да топаю я, топаю. Уже бегу. Я и без вас знаю, что тут делать нужно. Не впервой, как бы. Сражение, я так понял, с лже-Ганноном будет происходить на улице. Поэтому пожарный костюм лучше не снимать. Ну что, все, чудище, сейчас я буду тебя освобождать.
Губитель чудища в Орудании. Лжеганан огня. Этот огрызок – порождение Ганана. 100 лет назад он от меня мокрого места не оставил, но ты справишься! Давай, дружище, задай ему! Берегись его огромного меча! Спасибо за... Ого, нифига себе, он как махает им. И он вылетает за территорию Варудания. Значит, что мы делаем? Ну, во-первых, огонь его не берет, это 100%. Как насчет ледяных стрел? Ледяная стрела ему чуть-чуть доставляет дискомфорт. Где мой меч? Ё-моё, почему я долблюсь с ним каким-то каменным мечом? О, кстати, у меня же есть морозный меч. Ладно, забьем. На это бог пока. Ого, ого, надо пожрать. Защитный краб с солью. Самое то. Где ты, пупсик? Куда ж ты улетел от меня? Вернись к нам. Бегу, 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 бегу. Что-то я промахнулся вообще. Что происходит? Так дела не делаются, Линк. Давай-ка нормально. Зададим ему трёпку. Да блин, я его не достаю тупо. Он как бы в воздухе левитирует, и я не могу его физически достать никак. Где ты есть? Чё ты спрятался? Да капец, ты чё со мной в прятки играешь? Отстань от меня. Меня нельзя трогать. Я его не достаю, капец. Чё за фигня? Как же мне тебя мечом-то своим достать? О-о-о-о-о. Стой-ка. Подожди. Отлично. Пару раз ему дал лещей. Ух. Вот, вроде тут пониже будет. Есть, чуть-чуть достал. Блин, как он больно бьет-то, а? Я уже все свои... Всю свою провизию сожрал. Лук сломался. И этот огрызок разозлился еще вдобавок. Ой, ну ладно тебе, огненный... Не, ну огненный меч, я все понимаю, но еще и огненная защита. Уворачивайся от огненных шаров. Это опасные штуки. Фига себе, как он может. Что сейчас будет происходить? Похоже на какой-то конец света. Вон они, эти огненные шары полетели. Кстати, как насчет их разбивать вот этой штукой? Ага, воды-то тут нету. Вот это они бомбят. Вот это, конечно, жесть. А как мне к нему пробраться-то хоть? Ледяные стрелы не пробиваются через вот это. А если я в шар стрельну? О, шикарно. Так можно. Обычные атаки ему сейчас нипочем. Как же мне его атаковать-то, а? Вот засранец. Кстати, а как насчет этот огненный шар загнать в стазис и откинуть ему в обраточку? Давайте попробуем. Давай, шарик, лети прямо на меня. Я открыт тебе. Он летит. Летит, летит. Нет, его в стазис нельзя вогнать, и я сейчас поджарюсь нафиг. А-а-а! Чё, дружище? Скажи мне, как его замочить лучше. Следи за тем, что он делает, перед тем, как бросить огненный шар. Слежу. Он кинул, и что? Пока я следил, он меня поджарил. Плохая подсказочка, бро. Дай что-нибудь получше. Последний боевой салатик. А, я понял. Я понял.
Я понял, в чем твоя подсказка была, бро. Значит так. Нам нужна телебомба. Короче, когда он будет сейчас все засасывать, нам нужно эту телебомбу вкинуть в него. Он ее должен засосать. Сейчас попробуем. Так. О, да. Не-не-не-не-не. Рано вставать. Полежи пока чуть-чуть. Есть. Готовим телебомбу. Ой, 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 где ты есть? Спустись ко мне на землю. Нельзя стрелять. Атакуй скорее! Чем? У меня всего пару стрел осталось. Да блин, ну... Есть удар. Один удар есть. Правда, он меня поджег так знатно. Ну, бой, взлетай. На тебе. Ой, сейчас больно будет. Ну еще удар. Фу. Пришлось немного поднапрячь мозги, чтобы его победить. Спасибо за сердечко. По сложности я бы сказал, что это второй лжеганон по сложности. Первый — это тот, который очень быстро перемещается. Но это уже в прошлом. Давай активируем сердце. Справился, дружище. Дарук, воин Горонов. Благодаря тебе моя душа вновь обрела свободу. Я твой должник. Я должен извиниться. На Хайрул обрушилась беда, а я торчу тут без дела. Тебе пришлось одному со всем разбираться. Ну да ладно, Рудания наконец-то в полном порядке. Он поможет нам сделать то, что не удалось 100 лет назад. Мы с Руданией засядем на горе и возьмем Ганнона на мушку. Когда ты начнешь сражаться с ним в замке, мы устроим настоящий фейерверк! А еще я отдам тебе свою силу, оплот Дарука. Мне-то она теперь ни к чему, а тебе может пригодиться. Используй ее! Забудь, Линк. Теперь моя сила, сила Дарука, защитит тебя, где бы ты ни был. Пора прощаться, дружище. Надо спасти принцессу.
Отлично! Все готово. Теперь мы можем атаковать Ганнона, когда захотим. Как только Линк вступит в бой, Рудания нанесет этому злодею такой удар, что тому мало не покажется. Давненько я не видел Хайрул. Уж 100 лет прошло. А Горанград хорош. Любуйся не хочу. Интересно, как горыны пережили бедствие? Да, надеюсь, они выстояли. Однако, прямо глаз радуется. Хе-хей! Ha ha ha!